Да, как вы знаете, сегодня мы на выставке Декорос, которая проходит в Национале, и это, пожалуй, бриллиант или, может быть, изюминка всего всей выставки. Это новый бренд в руках Kimberly Expertise, это Halifax & Fowler. И сейчас Александр, как истинный представитель, и правильно, да, скажу, если ты ведешь, да, этот бренд? Да, по сути, бренд-менеджер, да, расскажешь нам в двух словах, потому что бренд очень сложный, очень интересный, в том смысле, что он состоит из нескольких подбрендов. Я думаю, как я вижу, Саша, все мы сейчас знаем точно и красиво. Спасибо. Вот. В принципе, бренд начинается, конечно, с бренда Halifax & Fowler. Это самый аристократический бренд Великобритании. Это традиционная Англия. У нас будут здесь принты, очень красивые цветочные вышивки в этой коллекции. Все в очень спокойных, красивых тонах. Как видите, все это традиционная Англия. Что интересно, по факту Halifax & Fowler, а если быть точным, то два дизайнера, которые работали там, Нэнси Ланкастер и Джон Фаулер, они являются основателями традиционного английского стиля загородного дома. То есть весь стиль, который мы наблюдаем сейчас, воспринимаем, да, как вот это Англия, да, по факту эти два человека его основали. И до сих пор есть первый экспонат, это желтая комната в Лондоне, в их шоу-руме, который с 1944 года они занимают, который является, собственно, эталоном, по сути, стиля загородного дома. До сих пор не считается устаревшим. Да, считается классикой, и оно поддерживается в виде, то есть можно всегда приехать, навестить, посмотреть и вдохновиться этим. Ну, Саш, коллекция, смотрю, да, достаточно большая. Коллекции, да, правильно, Роман, очень большие, вот, то есть все начиная от принтов и вышивок, у нас есть шикарные бархаты, коллекциях, то есть отличные обивки, опять-таки в очень традиционном стиле, как видите, интересные полоски, которые очень часто спрашивают дизайнеры, как видите, опять-таки они непростые по факту внутри, есть очень красивые, да, огурцы расположены, вот, и, конечно же, обои, причем классические обои Halifax & Fowler всегда будут печататься на бумаге исключительно. Это как любят англичане, да? Да, то есть как настоящая классическая Англия, все будет печататься исключительно на бумаге. Если говорить о текстурах, будет несколько коллекций, которые представлены на виниле, но это, скажем так, уже отсылка к современному образу жизни, когда людям нужно более, так сказать... Это, наверное, чтобы не терять ту аудиторию, которая, да, все равно считает, что какие-то помещения должны быть более практичные в виниле. Конечно, да? Как коридоры, к примеру, кухня, опять-таки, когда нужно помыть, да, стены. Вот, конечно, бумагу там использовать будет, ну, кощунство, потому что такую красоту испортить будет очень-очень обидно, да. Вот. А так все абсолютно классические коллекции будут напечатаны до сих пор на бумаге. Вот. Рулоны идут вполне себе стандартные, как мы привыкли. 52 на 10, и несколько рулонов есть, как обычно, дизайнов широких. Угу. То есть 68 на 10, опять-таки, метров. То есть все то, что мы представляем, в английской классике, то есть такой классический загородный дом. И полоса. Очень часто спрашивают полосу, да, различные вариации на широкие, красивые полосы, которые сейчас редко стали встречаться, именно в классическом стиле. Вот. Все представлено здесь. И, как видите, очень-очень классические, красивые цвета. Мне знаешь, что нравится, да, что действительно это такие настоящие координаты, которые очень хорошо сочетаются ткани, обои, и то, что ты показывал, обивки, да, и какие-то вот однотонные вместе, какие-то вещи. Да, работает просто отлично, то есть не будет такой проблемы поиска, да, когда мы выбрали что-то очень красивое в обоях, и не можем подобрать ткань. Да. Вот, все будет как раз вместе, то есть никаких проблем в этом формате нет. Смотри, просто посмотрите цвет, на рисовки. Да. И опять же, да, обрати внимание, да, каждый, не просто да, черный цвет. Кисть, да, проходит, ну, то есть текстура, сразу стена становится, ну, просто потрясающей. Поэтому, в принципе, действительно, этот бренд можно назвать заслуженной английской аристократической классикой, потому что Букингемский дворец, приемная королева непосредственно сделана. Вся элита, полностью, да, английская. Полностью, да. Вплоть до того, что когда только начинался, да, только было основание бренда, квартира Чарли Чаплина. Дом Чарли Чаплина. Серьезно, да? Да, был полностью сделан. Они дружили с Сибил Халифакс, это, собственно, первая леди Халифакс, так называемая уже, основатель бренда. Отлично. А, давай, Саша, да, может быть, тогда более детально посмотрим на другие подбренды. Правильно их назвать подбренды, да? Или я бы сказал, что в данном случае это полностью отдельные истории, которые объединены единой идеей, единым холдингом, да, как под Halifax & Fowler. Ну, вот. И начиная с Англии, я бы, наверное, перешел тогда к Джейн Чёрчилль. Давай. Это более современная трактовка.